Привет, ребята, вы на канале GameTV3, и сегодня я начинаю прохождение игры Пятница 13 Killer Puzzle. Да, первый эпизод, воспоминания об озере, классический Джейсон. июля 1984 года, лагерь Хрустальное озеро. Мясорубка на Хрустальном озере. Джейсон, солнышко, ты должен отомстить за меня. Быстро проведи пальцем по экрану, чтобы атаковать. Так, ага, он вот так передвигается. Так, да, отлично, теперь добоись до последней девочки. Убойный склон. А тут как следы, подсказка. Какие мерзкие туристы. Пойди сюда и покарай Джейсона. Так, да, по следам идти. Так, последняя девочка. У нас наполняется кровожадность. Худшее позади. Так. Покарай их за то, что они сделали, Джейсон. За то, что они сделали со мной. Убей за маму. Так. Наверное, сначала вот этого. Девочка. Уже 4 убийства. Полуночный убийца. Так. Почему они у тебя убегают? Ты у меня особенный, сегодня твой день рождения. Так, тут еще можно подсказки включать. Так. Надо их напугать. No! No! Так, последний мальчик остался. Уже 6 убийств. Ужас под звездами. Так, если нужна будет помощь, проси подсказку. Хорошо. Не стесняйся искать обходные пути, Джейсон. Ну, можно на вот так, наверное. Ого. Последний. О, кровожадность уровень 2. Повысили уровень. И за это нам ящик дали. О, новое оружие. Враги в панике. 6 из 13.
Так. Видишь, как они боятся вида крови? Убей их, Джейсон, за маму. Так, еще можно менять оружие ему. Перетащи 3 ненужных орудия в обменные ячейки. У нас бит есть. Как он будет встретиться с битой? Не, пусть лучше мачете будет. Так, ну давайте вот... пополам разрезал. Чистильщик. Мерзкие, никчемные туристы. Как они смеют убежать моего золотого мальчика? Так. Пойди в обход. Сначала у двери. Давайте. А, все, вот так вот. Теперь вот этого. Так, последний. Ух ты, прям критик попал. Обманный ход. Уровень 8 из 13. Не балуйся возле озера, Джейсон. Ты не очень хорошо плаваешь. Так. Значит, мне нужно его как-то заманить. Ой. Нет, промах. Сейчас ничего не нальет. Первый промах. Дитя подвала. Не волнуйся, милый, если застрянешь, нажми обратную перемотку и попробуй по-другому. Ага. No! Так, стоп. Спереди. Да. Сюда. Все, есть убийство. Сейчас налью ему крови. Крематорий. Ага, сжигать их можно. Так, жги всех, ладно. Сгорело. Так, последнего, у бородатого. Да, если бы не промахнулся, тогда сейчас бы был на уровне. Сжечь нельзя помиловать. Так, я так понял ее. Я тебе говорил, насколько ты особенный, Джейсон. Ты очень особенный. Так. Не разрешает никого сжечь. Как тогда? Тогда, наверное, вот так. Уже 20 убийств у нас есть. Убийцы здесь нужны, чтобы открывать новые эпизоды нового Джейсона. Так, третий уровень кровожадности. Ух ты, шлифовальная машинка. Да. Камнем на дно. Я так понял, их
Не забывай менять оружие, солнышко. В нижнем углу есть специальный значок. Ну хорошо, мне просто пока мачете нравится. Она так красиво смотрится. Ну давайте их утопим. Только как их? Аккуратно. Утопить, чтоб не погибнуть. Ну, а, все, я понял. Сейчас сюда. Убить вот этого. 22 убийства уже. 23. Так, выполняется наша кровожадность. Возмездие. Завершающий уровень этого эпизода. Это последняя жертва, Джейсон. Настал час расплаты. Так, ну давайте. Попробуем. Так, стоп. Так, мне тогда только один путь вот сюда. Так, а что она скажет? Мама велит утопить. Напади сзади. Как я на него нападу сзади? А, все, я понял. Вот так, вот так. Где Джейсон? Ага, вот он, сбоку. Так, ну на этом эпизод завершен полностью. У нас открыт новый эпизод заточения. Давайте вам покажу Джейсона без маски. После каждого уровня он может маску снять. Вот такой вот он. Классический Джейсон без маски. На этом серию завершу. Всем спасибо за внимание и пока.